Здравствуйте. Школьные музеи держатся на плечах школьников-активистов. Ребята собирают экспонаты, ребята проводят экскурсии, делают большое и хорошее дело. Смотрим. Здравствуйте. Мы находимся в музейной комнате имени Николая Петровича Гударина, средняя общеобразовательная школа номер 105. Одни из последних экспонатов к нам прибыли бляшка и кокарда, который любезно нам представил Терехович Анатолий Иванович. Мы надеемся, что и в дальнейшем наша музейная комната будет пополняться интересными и любопытными экспонатами.